Успешный предприниматель всегда на шаг впереди. Его бизнес-стратегия предполагает сразу несколько вариантов развития, а столкнувшись с трудностями, он с легкостью находит выход из любой ситуации. Чтобы вести бизнес, нужен характер. А чтобы этот бизнес был успешным и приносил доход, нужно без преувеличения отдавать делу все свободное время. Я считаю, что наши предприниматели самые лучшие в Московской области. И вот сегодня мы решили поощрить их благодарственными письмами. Кому-то вручили членские билеты, а также благодарственные письма от Торгово-промышленной палаты Московской области. Это дорогого стоит. Однако бизнес сегодня – это не только заработок. Современное предпринимательство – это еще и патриотизм. Наши предприниматели городского округа Химки и предприниматели Московской области очень активно принимают участие в поддержке с ребятам в специальной военной операции. Они поддерживают их как финансово, так и покупают те или иные необходимые оборудования. Для обладателей наград благодарственные письма и грамоты – мотивация к тому, чтобы продолжать вести свой бизнес и делать его еще более успешным не только на территории городского округа, но и всей страны. Андрей Липанов, Нина Липанова, Вильфред Дымковский. Новости Химки ТВ.